Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем рубрику «Главный вопрос» и сегодня разберем вот такой вот вопрос. На самом деле задача скроется не только в обработке, но и в самих звуках. Нужно изначально правильно подбирать тембры во время аранжировки для того, чтобы все звучало плотно и все качало. Но представим, если вы не сделали аранжировку и состоит из сделать сведение. Первое, то, что я советую, это заниматься триггингом. Что такое триггинг? Триггинг – это замена барабанных партий, лейеринг барабанных партий, либо дополнительные слои, которые помогают основным партиям, то есть бочке, снэру или остальным элементам, звучать более ярко и читабельно. После того, как вы сделали триггинг, я предлагаю еще разобраться в инструментах, которые входят в барабанную комплектацию. Что я имею в виду? Например, перкуссии. В любой барабанной секции, кроме бочки, снэра и хэта, существует огромное количество микроперкуссионных элементов, которые вроде бы ничего глобального не решают, но обеспечивают за плотность, за панч и так далее. Например, клэпы. Давайте рассмотрим вот этот вариант. У нас есть вот такой клэп. Мы на нем можем использовать Eroser от компании Empirical Labs, которая позволит нам получить панчовый характер. Выбирая большую атаку и относительно медленный релиз, мы в данном случае получаем ситуацию, когда у нас транзиенты подчеркиваются. Почему именно данная версия дистрессора? Потому что здесь существует ручка Attack Modification, которая нам позволяет очень ярко вытянуть транзиенты. Плюс к этому добавляем дополнительный блок сатурации, с помощью которого мы добиваемся еще краски внутри прибора и получаем, например, вот такие интересные клапы. Без и с ним. У клэпов появляется еще хрустящий такой характер, который в общем ритме поможет нам добавить в барабанном пробиваемости. Либо посмотрим другой перкуссионный элемент. Например, у нас есть такие барабаны. В данном случае в плане обработки будем использовать плагин от компании Softube, который называется Drummer. Внутри Drummer у нас есть блок, который обеспечивает за компрессию. Мы выбираем 100% значение работы прибора и добавляем режим Punch. В этом случае мы подчеркиваем очень яркую агрессивную компрессию. В звуке появляются очень интересные транзиенты, которая тоже помогает нашему инструменту звучать лучше. Есть очень интересный компрессор от конторы DDMF, который позволяет нам сделать очень интересную компрессию, подчеркивать очень классно транзиенты и добавить панчовости нашим перкуссионным элементам. Давайте посмотрим. Без и с ним. Аналогично то же самое происходит и здесь. И с помощью данного прибора можно получить очень яркие транзиенты. Кроме вот таких компрессоров, которые мы будем использовать на перкуссионных элементах, можно на группе барабанов использовать общую сатурацию. Это добавит плотности и насыщенности барабанной партии. Давайте посмотрим вот такую вот ситуацию. Представим, это наши барабаны, все лупы вместе. Мы хотим сделать характер более плотным. Вызываем сюда FabFilter Saturn. Заходим в пресеты All Around Saturation и пресет под названием Fast Master. Отключаем низкочастотный блок и подмешиваем уже микс по характеру. Смотрите, как добавляется к барабанам пробиваемость. Данный метод работает не только в случае акустических барабанов, а также в случае электронных барабанов. Обращаем внимание, что за утрирование пропорций у нас высокие частоты могут вылезать, поэтому мы будем использовать очень хитрый метод. Мы будем избавляться от высокочастотной яркой сатурации и будем более яркую сатурацию использовать в средних и высокосредних частотах. Посмотрим. Без. И с ним. А также для того, чтобы добиться плотности барабанной партии, существует огромное количество уплотняющих приборов. Например, таким прибором является плагин от компании Waves под названием AirBass. С помощью AirBass мы можем подчеркивать ультранизкие частоты, например, в районе 40 Гц, и добавить плотности нашей бочки.
без и с ним. Давайте рассмотрим еще один вариант обработки. Очень важно, когда вы делаете обработку барабанной партии, делать хирургическую эквализацию. Например, если у вас ненужный спектр, попытайтесь избавиться от ненужного спектра, например, ультранизких частот, ультравысоких частот. Ну, давайте еще рассмотрим такой вариант, что делать еще, например, с электронными вариантами барабанов, хотя тот метод, который выше упомянул, оно работает и в случае электронных барабанов, но покажу еще один интересный сетап. В данном случае у нас имеются такие барабаны. Что мы делаем? Первое, то, что мы делаем, мы должны сделать очень яркую компрессию. Что это значит? Ну, например, в случае выбора SSL-компрессора нам дают большую атаку, относительно быстрый релиз, с помощью которого мы чуть-чуть подчеркиваем транзиенты. Дальше вызываем здесь FabFilter Saturn в нашем стандартном пресете FastMaster, отключаем низкие частоты, оставляем вот эти три банда и подмешиваем где-то на 44%. И в конце можно использовать тоже очень интересный плагин от компании BlueCat Audio. Я не всегда его использую, но считаю тоже очень классным. Плагин называется Destructor. Заходим, здесь опять же стандартные пресеты, загружаем Hard Clipper, ну точнее здесь загружается уже блок клипера. Бас вставляем 0, выход громкости вставляем минус 2 дБ для того, чтобы не сильно утрировать сигнал. И подмешиваем где-то на 0,2%. Без... И с ним. Без цепочки обработки и с цепочкой. Всегда нужно учесть тот момент, что при помощи деструктора мы не только вытягиваем панчовость, плотность и так далее, но еще огромное количество высокочастотных проблем. Так что, когда вы добавляете этот деструктор, будьте уверены, что в вашем треке не очень много хай-хетов, эффиксов и прочих-прочих вещей. То есть в барабанной группе достаточно высокочастотных элементов для того, чтобы его сатурировать. Вот как-то так, друзья. Ну что ж, на этом все. Под описанием этого видео пишите ваши новые главные вопросы, которые вас беспокоят, и, возможно, в будущих видеороликах мы обязательно поговорим о них. Так что жду от вас новых интересных главных вопросов и до новых встреч. Всем пока!